уважаемые спортсмены, болельщики, судьи и организаторы, мы начинаем торжественное открытие первенства России по дзюдо кала 2024. Как мы знаем, Новосибирск уже принимал крупные старты по дзюдо в 2016 году. Здесь состоялось первенство России. В числе медалистов того турнира по олимпийскому дзюдо такие мастеровитые спортсмены, как Махматбек Махматбеков, Константин Семианидис, Ирена Хабулова, Ирина Зуева и Мадина Таймазова. Ну а сегодня мы приветствуем здесь парад участников первенства России по дзюдо ката. Мы встречаем представителей команды из Омской области. Мы приветствуем спортсменов Тюменской области. Мы приветствуем команду Челябинской области. Команда Тверской области, спортсмены Московской области, команда Пензенской области, Республика Башкортостан, город Санкт-Петербург и команда Новосибирской области. Сегодня борьба идет за медали в трех видах программы. Нагэ Ноката, Дзю Ноката и Катаме Ноката. Уважаемые спортсмены, в рамках торжественного открытия сегодня присутствуют почетные гости. Приглашается вице-президент Новосибирской областной федерации дзюдо, директор спортивной школы «Энергия», мастер спорта России по дзюдо Валерий Александрович Баранов. Представитель Федерации дзюдо России, город Москва, мастер спорта международного класса по дзюдо Константин Вячеславович Зарецкий. И мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпионка России и Европы по дзюдо Бельская Любовь Юрьевна. Также мы приветствуем сегодня судейскую коллегию первенства России по ката 2024, главный судья соревнований Роман Михайлович Дмитриев, судья международной категории «Заслуженный тренер России». Уважаемые спортсмены, вас приветствует вице-президент Новосибирской областной федерации дзюдо, директор спортивной школы «Энергия», мастер спорта России по дзюдо Валерий Александрович Баранов. Здравствуйте, участники соревнований, тренеры, судьи, зрители. Я поздравляю вас с открытием первенства России по дзюдо в дисциплине ката. Город Новосибирск регулярно проводит всероссийские соревнования, но в данном формате мы проводим соревнования впервые. Я желаю зрителям красивых и зрелищных выступлений, судьям честного и бескомпромиссного судейства, а участникам пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо. Уважаемые спортсмены, судьи и болельщики, первенство России по дзюдо ката 2024 года объявляется официально открытым. Thank you.
Спасибо огромное. Поздравляем с официальным открытием данного первенства России. Слово предоставляется главному судье соревнований, судье международной категории заслуженному тренеру России Роману Михайловичу Дмитриеву. Уважаемые участники, тренеры, судьи, зрители, все, кто болеет дзюдо, тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям уже сказанным. И желаю вам, естественно, победы. По окончании предварительной части формы дзюдо-ката начнутся финальные соревнования. Также в той же последовательности начнется сначала с простой формы нагина-ката, потом с общих действий ката-нагина-ката и завершим финальную часть соревнований дзюдо-ката. Еще раз желаю вам победы. Удачи! Спасибо. Внимание командующему парадом, парад участников увести. Давайте поприветствуем еще раз командующего участников, пожелаем победы, ярких впечатлений, всех этих ярких эмоций, уважаемые почетные гости, благодарим вас за присутствие на церемонии открытия и за добрые слова. Напомню, уважаемые слуги, просим вас занимать свои места и переходим к основной части сегодняшнего первенства. Спасибо!